считаю, что счет по игре, у нас были моменты, как у нас, так и у них. Но отмечу то, что сегодня у нас не пошла игра, это не наш стиль игры. Мы можем намного лучше, поэтому где-то недовольны моментами. А чем конкретно недовольны? Почему не получилось играть в свою игру? Ну, почти у нас не было контроля мяча. И оборонялись тоже, так сказать, не очень. С трибун показалось, что Урал перебегал нас и был физически готов лучше. Так ли это на самом деле? Ну, можно сказать и так. Они лучше контролировали мяч. Мы в основном только оборонялись. И поэтому все так сложилось. Ну, в принципе, доволен результатом? Команда довольна результатом? В принципе, да. Мы вырвали ничейку на последних минутах. Оставалось 20 минут. Тренер сказал, что надо поднажать, хотя бы забить. И, в принципе, доволен результатом. Как ты свой гол забивал? Ну, последовала замечательная подача от Рустама Зидина на дальнюю штангу. И, как говорится, оказался в нужном месте, в нужное время. Оставалось только голову поставить? Да. Спасибо. Все. Удачи.